мы совместно с Российским футбольным союзом ежемесячно определяем лучшего отечественного тренера. Сергей Ташуев раздавил «Спартак» по всем статьям. А сейчас «Спартак» неплохо укрепился. «Факел» прекрасно провел октябрьские матчи. 10 очков в 4 матчах, так что выбор однозначен. Мой выбор – Сергей Ташуев. Ему удалось вдохнуть уверенность в завершающей фазе атак, поэтому стали забивать. «Факел» и раньше был неуступчивым, но не побеждал. Теперь реализация улучшилась, и пришли победы. Назову сразу троих. Первый – Юран. У него высокое для команды место в турнирной таблице, завидный характер у команды. Второй – Симак. Улучшение игры очевидно. Но лучший – Ташуев. Он ярко обыграл «Спартак» и набрал в октябре больше всех очков. Поздравляем. И подводим итоги по сумме 3 месяцев. 4 символических галстука у Осенькина. 3 у Ташуева, 2 у Симака.